В 8 утра в нашем городе открылись избирательные участки. Первые бюллетени уже опустили в урны. А мы отправимся в один из участков города, где узнаем, как проходит процедура голосования. На входе измеряют температуру, а также предлагают горожанам средства индивидуальной защиты и санитайзеры. Несмотря на то, что сегодня рабочий день, на участке образовалась небольшая очередь. Важно ли ходить на выборы и почему? Важно, конечно. Это наш гражданский долг и обязанность. Сходить, проголосовать. Обязательно надо ходить. Ну, потому что кого выберем, с тем мы будем жить. Конечно, очень важно. Почему? Я болею за свою Россию всей душой и сердцем. Пятница – первый день голосования. Продлится оно до 20 часов 19 сентября. Саров выбирает депутатов в Государственную Думу Российской Федерации и Законодательное собрание Нижегородской области. Члены комиссии выдают по 4 бюллетеня, голосуют по партийному списку и за кандидатов по одномандатным округам. После того, как голосование на сегодняшний день завершится, мы под прицелом видеокамеры, под присмотром наблюдателей, вынем из стационарного ящика бюллетеня, вот из этого, который там стоит, упакуем их в особый сейф-пакет. Этот сейф-пакет поместим в сейф. Сейф будет в течение всей ночи до нашего прихода и после тоже находиться под присмотром видеокамер. Пакет не будет вскрыт до окончательного подсчета голосов ночью 19 сентября. Проголосовать можно будет и дома. Для этого необходимо обратиться в ваш избирательный участок до 14 часов в воскресенье. Анна Пилипец, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей Саров, 24.